Центром культурного притяжения становится бывший столичный кинотеатр «Сеспель». С недавних пор в здании расположился театр юного зрителя. А еще по традиции в нем откроется юбилейный Чебоксарский фестиваль. Глава республики Михаил Игнатьев посмотрел, как изменился внутренний интерьер здания. Театральная труппа тут же взялась за обустройство нового дома. В помещении были отремонтированы фойе большого и малого залов, сделан косметический ремонт и оборудована театральная студия. Очень нравится пока. Все есть у нас. Побольше зрителей будет. Конечно же, это нам мы рады. Реконструкция здания включает в себя несколько этапов. Немало уже сделано. Бывший сеспель меняет облик постепенно. Помещение было в плачевном состоянии, нам надо было открыть новогодний марафон, и мы все днем и ночью и утром работали сами. Потратили мы около 2 миллионов. Михаил Игнатьев встретился с артистами и посмотрел фотовыставку, посвященную Чебоксарскому международному кинофестивалю. Напомним, что обновленное здание станет основной площадкой кинофорума. После кинофестиваля на базе ТЮЗа планируются кинопоказы и мастер-классы актеров. С сентября в театре начнут работать детские творческие студии по театральному, хореографическому и вокальному направлениям. Дарина Игнатьева, Андрей Шоклев, Республика.